Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Мистер Мачо Агаси в этот раз нашел вам виллу трехуровневую VIP. Подходит под гражданство. С видом на море, с видом на крепость. Ну, на всю красоту. Видите, даже Гасипашу. Расстояние этой виллы до моря максимум 3 километра. Так что недалеко. Не буду много разговаривать. Я знаю, вы скучали по мне, по моей сомбреро. Так, я сейчас нахожусь в ванной. Виллу до конца еще не доделали, но доделают, отремонтируют полностью, сдадут в эксплуатацию новому хозяину. Заранее поздравляю. 4+1, пятикомнатная вилла. Земельный участок 500 квадратных метров. Это вид в сторону Каркаджака и Гази-Паши. Вот там. Если видите, влажность есть. Утопия, отель видно отсюда. И дальше Гази-Паша видно. Красота. Вид у вас никогда не закроется. Давай меня тоже возьми. Подожди. Что-то не туда пошел. Так. Красиво. Алания, крепость. Даже вид, отсюда видно весь. Я вам сейчас покажу, как я вижу глазами. В ролик как будто вдалеке. Вот. Я вижу прямо с балкона. Вот таким вооруженным глазом. Птичку тоже вижу, там летит. Рядом лес, скалы. Угу. Расстояние до магазинов. У нас магазины в той стороне, где мечеть. И также к объездной дороге можете спуститься. Я вижу отсюда объездную дорогу и вам покажу, где она, куда делась. Вот. Вот между теми двумя зданиями. Где мои пальцы? Вот. Там машины двигаются. Машина. Значит, район подходит также под ВНЖ. Если не желаете гражданства, то можете получить по этой вилле ВНЖ. Тут у нас бассейн. Есть собственный гараж. Если желаете, можно сделать в этой стороне гараж вот под этой частью. Можно туда сделать лифт. 10 000 евро стоит установка лифта, как мне сказали. Но могу также обсудить, найти подешевле, если желаете. Очень красиво. Очень восхитительно. Вы представляете, сидите здесь, стол, вечером там романтический ужин. Красные лепесточки розы падают с неба на ваш стол. Шампанское парт. Лимпарт. Скрипка там. Оркестр вызываете, здесь стоят. Терем-терем. Терем-терем. Все, долго что-то я начал показывать. Терраса открытая. Большая, не маленькая. Здесь где-то 12 квадратных метров как минимум. Цветочек. Ну, здесь вы можете хозяйскую спальню сделать. Это гардероб. Закройте здесь, будет гардероб. Или... Не знаю, что хотите, можете сделать. Мыслей много. Просто очень большой санузел. Здесь джакузи поставить. Так вот. Можете и на террасу что-то сделать, трубы провести. И там... джакузи, там купаться или что там сделать. Сами подумайте. Квадратных метров брутто 250. Жилая площадь как минимум 180 квадратных метров. Спускаемся вниз. Здесь будет освещение. Второй этаж. Трехэтажная вилла у нас. Второй санузел большой, душевой кабинкой.
Кондиционеры не подключены. Это все добавочная цена. Первая спальня, как вторая. Так. Отсюда вот вид на крепость Алании. Вот это видно вот так глазами. Когда смотрим вот сейчас из квартиры. А, никто так ролик не снимает. Дорогие зрители, я вам все показываю, как есть. Это чей-то участок. Наш участок продолжается в этом направлении. Балкончик. Стороны здесь все. Юг, запад, восток, север. Гостевая комната или гостиная, скажем. Термопакет. Алюминиевые окна. Также вид отсюда я вижу вот, вот так видно. Огромный балкон. Также можете купить онлайн. Позвоните мне, я забронирую эту виллу. Кто не видел банана живую. Банана тоже показал. Квадратных метров здесь 25-30 между ними. Тоже большая хозяйская спальня. Теплые полы есть у нас? Нет, теплых полов нету. Так, третий санузел тоже такой интересный. Панорамные окна. Все море. Здесь влажность высокая, дорогие зрители. Это все море. Если не увидели море, то вам скажу. Вот это море все. Так. Я тебе показал. Все показал. Спускаемся вниз. Здесь вход. Угу. Вот так, еще один балкон есть. Один вход оттуда есть, один вход отсюда есть. Сейчас я туда пройдусь. Так. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Там здесь гостиная, наверху можно гостевую сделать. Вот такая она большая. Так. Вы же покупаете эту виллу, да? Вторая шляпа в подарок. Сейчас посмотрим, есть ли доводчик. Как это открывается? Ручки еще не сделали, да, не просверлили. Конечно, доводчики есть. Все. Гранитная столешница. Угу. Еще один санузел. Или я этот снял? Нет, не снял. Да, еще один санузел. На каждом этаже есть санузел. Даже 4 санузела. Не помню. Угу, это выключатель. Теплых полов нету. Нужно установить кондиционеры. Так, балкончик. Чтобы проветривать. Виллу. Итак.
Вот терраса, скажем, лесенки, спускаемся вниз. Душевая часть, бассейн. Тут также есть лесенки. Ага, здесь еще две есть. Вот отсюда также можете войти туда. Фасад тоже покажем. Вот, дорогие зрители, такой вот фасад. Это из виллы. У нас тут лесенки. Мы поднимаемся вверх. Снизу гараж. Вот здесь, если видите, не буду спускаться вниз. Там гараж. Если желаете, можете сделать сюда лифт. Так, цена этой виллы. Дорогие зрители, цена 600 тысяч евро. Никакого торга. Такой серьезный стал слишком. То маленькая там скидка была раньше, говорил всегда. Теперь нет, я уже все перестал. Все, конкретные цены говорю. Мы работаем на комиссию. Так что звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси из солнечной Алании. Район открытый для ВНЖ. И вилла подходит под гражданство. Наш эксперт сам все вам сделает как надо. Укажет там кадастровую стоимость. Там 4% от стоимости. Но налоги еще выйдут у вас там. Так что обращайтесь. Поможем, чем можем. Кого интересуют другие виллы, я редко снимаю, как сказал, виллы. Отвечаю только на запросы. Если у вас появится запрос, за 3 дня найду вам виллу-конфетку. За нормальную цену. Всем пока-пока.